привет всем, ребята. Сегодня пашем огород. Вот и наша осенняя вспашка. Погода хорошая, повезло. В общем, глубина 22, ширина 25 сантиметров, захват вернее. Плуг немножко пришлось доработать. Вот это видно? Приварил вот эту штуку еще. Вот, наварил, потому что слишком низко пересыпалось. То есть при глубине 22 пересыпается. Пришлось наварить еще пластину вот такую. Ну и вот работаем с предплужником. Сейчас покажу, зачем он нужен. Что он делает. Он, значит, верхний слой, он на 10 сантиметров выше, верхний слой бросает на дно борозды. Вот повнимательнее сейчас посмотрите. Смотрите, вот эту 10 сантиметров он срезает, вот, пласт верхний, и бросает сюда вниз. То есть как бы лучше перемешивает почву. А потом основной отвал уже все это заваливает. И у нас получается перемешание слоев. То есть с ним получается более эффективно. Сейчас еще дальше едем. Как бы получается, вот задерненная часть, вот эта верхняя, она оказывается на дне борозды, а сверху оказывается то, что под ней. Вот такая вот технология вспашки предплужников. Ну, решать вам, это на любителя, мне нравится вообще-то. Вот такая получается красивая пахота. Ну, земля, конечно, осыпается в борозду, поэтому кажется, что мелко. На самом деле 22 сантиметра, 25 между бороздками. Ну, по-моему, отлично. Ну, вот вроде бы и все, да? Ну, все, всем привет, спасибо, что смотрели меня. Пишите, спрашивайте. До новых встреч.